Таланту инвалидность не помеха. Тому пример замечательная семья Власовых. Уже 28 лет, как супруги Василий и Людмила идут рука об руку, поддерживая друг друга как в семье, так и в творчестве. К слову, копилка достижений Актобе неоднократно пополнялась новыми победами этой семейной пары. Ведь они триумфаторы многих творческих конкурсов. И сегодня, в преддверии Международного дня театра, семья Власовых провела бенефис, на котором блеснула свои талантами. Семья Власовых известна не только в Казахстане, но и за его пределами. Несмотря на то, что Василий и Людмила плохо слышат, они ничем не уступают обычным артистам. Невозможно не впечатлиться их выступлениями. В начале пути, конечно, было непросто. Переживали, много учились. Но поскольку творчество было внутри нас, мы не уставали. Мы нашли себя в клоунаде. Творчество для нас – это все. Мы вдохновляемся, воодушевляемся, мы живем благодаря творчеству. Без него мы не представляем свою жизнь. Василий и Людмила познакомились в обществе глухих. Они одни из первых артистов театра «Клоунада». Выступают с момента его основания. У них двое детей, одна дочь уже замужем. Сейчас семейная пара уже воспитывает внуков. Хотелось бы сказать, что они очень талантливы. Они выступают не только в театре «Клоунады». Вместе с тем они и поют, и играют на музыкальных инструментах. Уже почти 20 лет супружеская семья выступает на сцене вместе. Несмотря на некоторые ограниченные возможности, они вносят весомый вклад в развитие культуры региона. А сегодняшнее мероприятие – это отражение их многолетнего труда на благо общества. Гульнара Халенқызы, Миржан Аманжолов, телеканал «Ақтөбе».